уже проснулись и решили позавтракать на свежем воздухе. Угу. Там скалы. Да. Ну как эти? Как это называется? Горы, не знаю. Холмик. Утро начинается не с кофе, а с натирания машины. Мы все еще с ней мучаемся. Эх. На наш взгляд уже все офигенно идеально. Надеюсь, никто ничего не заметит. Мы подъезжаем к Bryce Canyon. Уже заметно. Слушай, не хочешь к пещере подойти? Нет? Зона для родео. Даже так и написано. Среда, суббота, 7 пм. А вот и ковбой, даже с шипами, шляпой. Это в виде торцата Брайс Киньяна. У них прикольные такие. Как, Сергей, ты говорил, это же не солнечная батарея, а что-то другое, да? Я не знаю, ну, выглядят они вообще как... Может, с водой? Я не знаю. О, странные. Да, да. О, прикольно. А может, солнечный? Не знаю. Ладно. Они экономят им 40 тысяч долларов в год. Нормально. Все, запарковались, правда, не в идеальном месте. Настя совершенно не хочет идти ни в какой трейл. Говорит, я останусь тут. Буду пить кофе, ходить в туалет и никуда не отходить от машины. Да? Буду смотреть на вьюпоинты, а не херачить 5 миль по жаре. Да. Вот. Так что мы идем к автобусу. Все, только подошли, подбежали и уже в автобус. Быстро? Быстро. Мы же считали. Настя опять недовольна, что надо идти вниз, а потом наверх подниматься. Monday is going to have a fun by itself. Всё, да? И вот мы пойдем там по низу. И там поднимемся. А он inspiration point. Можешь, в принципе, подойти? Если хочешь. Вот, можно пройти по верху. Такие виды. В принципе, каждый парк чем-то отличается. Одни и те же камни, один и тот же песок, но другие формы, другие цвета. Слушай, реально тут еще более красные. Ну, такое насыщенное. А что-то она говорила. Ах, да, кстати. Это город, в котором мы ночевали как раз. Судя по всему, мы оттуда видели, когда завтрак. Не, когда завтракали, видели вот эти клифы. Ну, а, это было в Bryce Canyon. Ну, как все? Сейчас, доснимаю до конца тут. Насмотримся сверху, потом снизу. Mules and horses. Oh,
Классно. Все, официально трейл начат. Я в предвкушении. Знаешь, предвкушение обезвоживания. Ну. И убитых ног. Так иди. Я думал, ты что-то снимаешь. А ты снимаешь тебя. Опасно. Вау. Класс. Держу тебя. Блин, классно, они такие разноцветные. Угу. Вообще. Какой столб. Да. Вот эти окошки. Угу. Пойдем. Поднимаешься, было ощущение, что вот эти вот штуки. А, и чисто и белая глаз. Прикольно. Ну да. Вот, окошки. Почти поднялись на улочку, как в Сан-Франциско, где машин ломбард стоит, зигзагообразный. И вот мы все. Так, слушай, нормально поднялись до высоты этих палок.
И опять на низ. И опять подниматься наверх. Поднялись опять. Не только спускаться не туда, а дальше идти. Тенек. Еще люди тут. Угу. Прям туда высоко пойдем. Найрос. Блин, осторожнее, там скользко. Вообще по краю. И это конская говнишки создает незабываемую атмосферу, аромат. Но все равно. Пожирнее, расцветка другая. Мне кажется, мы пыли. Чего не боится? Что зопой своей повернулся? Греешься? Все, пошли мы дальше. А вот эти самые кони. Какие-то коники поменьше. Ага. Какие уши. О, как у одного. Заяц. Твои слова. Может, это осел реально? Не знаю, все остальное точно кроме. Угу. Теперь мы пойдем. Это уже третья череда коней. Идем по лаху. Да. Все, дошли. Закончили пикабу трейл. Половинку его. Пойдем на лаха трейл. У него тоже половинку. Сделаем и придем к Sunset Point, там отдохнем, дальше по плану. Сейчас решим, куда идти, налево или направо. Все оба направления приведут нас к цели. Все, пойдем наверх, Sunset Point. Thank you.
думаю, мы уже на пещерка. Людей тут, конечно, куча. О, класс. Я за титан. Вообще классно. Женщина тащит ребенка. И нам вон туда подняться еще надо. Куда-то еще дальше за угол. Наверх. Тут жесткий подъем. Еще вон туда. Но выглядит-то как. Hey, somebody responded. Мы почти поднялись. Так, почти вот уже. А вот почему почти. Ну, еще туда. А вниз? Как тяжело решиться. Ну, блин, как клёво, когда ты прошёл всё и видишь такое. Made it! Look. Almost. One more. Almost. А вот, это, походу, молот Тора. А вот это мы уже дошли. Вообще, блин, я не знаю, вид офигенный, внизу тоже клево. Да. Пойдем к машине.